Добрый день, меня зовут Елена Миненкова. Я перед эфиром купила русскоязычную газету и вот сижу, изучаю рубрику «Знакомства». Давайте посмотрим, что тут у нас. Вдовец, 75 лет, ищу женщину, которая хотела бы, как и я, получать удовольствие от жизни вдвоем. Отлично. Татьяна, 71 год, брюнетка, душевная, порядочная, заботливая, ищет его для брака. 79 лет, все еще хорошо выгляжу, стройная, жизнелюбивая, необремененная ничем и очень надежная. Ищу такого же энергичного. Вы не поверите, но каждое второе объявление в рубрике «Знакомства» составлено людьми из категории 65+. И, как мы видим, годы для личной жизни не помеха. Да и не только для личной. Только вот почему одни гордятся своим возрастом, а другие его скрывают? Когда начинается старость и стоит ли ее бояться? Вот своими соображениями на этот счет и своим опытом с нами поделятся гости программы «Страна и люди». Андрей Яковлевич Вибе – активный пенсионер. Ездит по миру, поет в хоре, занимается гимнастикой, играет в спектакле, поставленном по его биографии. Переехал в Германию по этнической линии 23 года назад. Яна Афонина – куратор проекта «50+» в берлинском районе Шпандау. Проводит дискотеки и спортивные занятия для пожилых людей. Руководит хоровым коллективом «Янушка» для пенсионеров. Переехала в Германию из Санкт-Петербурга 10 лет назад. Вот вы знаете, дорогие гости, когда я представляла вас нашим телезрителям, я не решилась без вашего согласия сказать, сколько вам лет. Вот сейчас время раскрывать карты. Мне 37, я не стесняюсь своего возраста. Сколько вам лет? Мне 45, я тоже абсолютно не стесняюсь своего возраста. Так. Мне 79, только-только после позавчера исполнилось. С прошедшим днем рождения вас. Да, спасибо. Вы знаете, что меня удивило? Что когда мы познакомились с Андреем Яковлевичем, он попросил не называть его по отчеству. Сказал, для вас я просто Андрей. Да. Здесь в Германии все привыкли по имени называть. И это быстро переходит как само собой разумеющееся. Угу. А скажите, вот вам 79, вам 45, да? Насколько вы себя ощущаете? Вот опять же могу сказать за себя, вот у меня какой-то внутренний такой возраст, мой 28. Я не знаю, с чем это связано, но иногда, когда меня спрашивают, сколько тебе лет, я говорю, потом вспоминаю, что уже 37. Вот у вас есть какой-то внутренний возраст, на который вы сами себя ощущаете? Я себя чувствую молодым человеком. Да, и работая в Казахстане, сколько лет я пропахал водителем, я больше болел, чем сейчас, находясь на пенсии здесь. Я чувствую себя вполне здоровым человеком. А тогда вот какой вопрос. А что для вас означает вот быть молодым? То есть, ну это понятно, что это не цифры в паспорте, да, в вашем случае? Я чувствую себя просто желание, нужно что-то, я бы с удовольствием пошел еще даже на 8-часовой рабочий день работать. Вы чувствуете в себе силы. Нужно занятие какое-то. Mm-hmm. А когда утром просыпаешься и ломаешься голову, чем же я сегодня займусь? Ну, ваш список занятий такой, что можно только позавидовать. Мы обязательно поговорим об этом чуть позже. Сейчас хочу все-таки вам задать вопрос, насколько вы себя ощущаете. Ой, у меня, наверное, с моей еще далекой юности, постоянно у нас, я еще в пионерах была когда-то, вот поэтому у меня был девиз у нашей пионерской дружины, нам никогда не будет 60 или 4 раза по 15. Вот у меня третий раз по 15 пошел, как раз закончился. Я себя всегда очень молодой чувствовала, девчонкой. Видимо, потому что я еще с пожилыми людьми работаю, хотя и с детьми тоже работаю. Ну, как-то вот я наравне даже с детьми себя очень часто чувствую. Хотя понимаю, что у тебя уже далеко не 15. А скажите, были ли ситуации в жизни, когда вам, как женщине, приходилось скрывать свой возраст? Нет, никогда. Хорошо. Я с гордостью говорю, потому что мне все дают меньше. Видно, ну, маленькая собачка, да, старости щенок. Самокритика – это прекрасно. Да, поэтому мне никогда… Все удивляются, когда я говорю свой возраст. Знакомо ли вам такое понятие, как эйджизм? Слышали такое слово? Кайна-анунг. Не имеете никакого понятия. Эйджизм. Так называют дискриминацию по возрасту. Вообще это понятие пришло из Америки, но прочно укоренилось в странах постсоветского пространства. И вот мне хотелось бы с вами порассуждать, собственно, о
почему вообще мы скрываем свой возраст? Потому что, ну вот вы и я, мне кажется, все-таки мы исключение. Обычно, когда женщине спрашивают, сколько вам лет, ну они так кокетливо закатывают глаза или отмахиваются. Вот. В чем причина, что заставляет людей скрывать свой возраст? Есть у вас какие-то предположения? Я в жизни не знал, что никогда не было желания даже уменьшить свой возраст. Ну, вы мужчина, хорошо, мужчина проще. Да, я говорю. Женщины, но, видимо, я думаю, что очень часто скрывают те женщины свой возраст, которые выглядят не всегда хорошо. Вот. Им хочется немножко себя помоложе как-то сделать. Но я мало женщин знаю, которые сейчас на данный момент скрывают свой возраст. Потому что вы живете в Европе, да? Но опять видимо, же, да. Если женщина хочет выглядеть лучше, то, на мой взгляд, это все-таки очень часто идеалы, навязанные рекламой. Да? Кого 100%. Кого мы видим на рекламах, на страницах журналов? Да? Кого мы видим на подиумах? Правда же? Да, абсолютно верно. Я вот как раз хотела об этом сказать, что, к сожалению, на телевидении и в рекламах очень часто проскакивает больше молодых девчонок и также пропаганда различной косметической индустрии, вот, и поэтому сейчас практически все девушки выглядят на одно лицо, можно даже посмотреть. Кстати, как вы относитесь к женщинам и девушкам, которые изо всех сил молодятся? Ну, там, знаете... Ну, это здесь в Германии, наверное, принято, все без операции не обходятся, стараются молодым переделать. В Германии? И нос, да. Да вы что? Да. Абсолютно. Вся косметология пришла как раз из Европы, даже в Россию, если смотреть. Удивительно, потому что я как раз считала, что наоборот, вот немецкие женщины, да, все-таки в большинстве случаев женщины решаются на такие операции, вот мне кажется, что они-то как раз наоборот, совершенно не имеют никаких комплексов по поводу своей внешности. Или просто они так давно живут в Германии. Видимо, да. Нет, на самом деле здесь косметология очень популярна, и делают различные ботоксные все вот эти вот косметологии, и с кислотой с какой-то, я уже забыла, как это называется. Ну, что говорить, о том, что вы никогда этого не делали. Да. Вот. Но это популярно только у женщин, которые могут себе это позволить, скажем так. Но это все денег стоит. Это да. Поэтому молодятся те, кто, как правило, имеют средства на это. Но я могу сказать, что женщины определенному возрасту, когда они приходят, но это выглядит уже страшно. Согласна с вами. Я хочу сейчас вам показать несколько фотографий, на мой взгляд, прекрасных фотографий. И это как раз вот такая попытка борьбы с тем самым эйджизмом, про который я уже говорила. Дело в том, что вот и в России, и на Украине, и в Белоруссии стали появляться модельные агентства для тех, кому за. Вот посмотрите на этих прекрасных женщин. Возможно, не обошлось, конечно, без каких-то косметических процедур, но мне кажется, это замечательно, что такие женщины тоже стали появляться на страницах глянцевых журналов и на подиумах. Правда же? Да, на самом деле они выглядят даже моложе, чем люди в этом же возрасте, пользующиеся косметикой. Вот эти косметологическими процедурами. Вот вы знаете, кстати, еще одно интересное наблюдение. Вот бывает так, что, допустим, мы с вами видим ровесников, но про одного говорим, что, боже мой, даже еще совсем молодой, а про другого, который в таком же возрасте, мы говорим, да, он уже совсем старик, да? Вот от чего это зависит, на ваш взгляд? Андрей, не знаю. Возраст меня никогда практически не интересовал. Но все-таки вот вы про себя сказали, я молодой, да? То есть есть вот что-то такое, что люди излучают. Вот один молодой, несмотря на то, что ему 79, да, а другой старик. Почему так бывает? Что это? Почему? Ну, наверное, не знаю. Не ведут неправильный образ жизни. Я уже, знаете, даже, вот я говорю, у меня жена медик. Я уже там начал где-то 45 лет бегать по утрам, пробежки делать. У меня уже тогда начали сдавать коленки, и жена начала, как сейчас помню, лекарство Урадан приносить, и она мне помогала. У меня свой дом был, своя баня, я все время был вынужден парить коленки почему-то. Болел. А начал бегать по утрам,
и хоть и грязь, до асфальта, до асфальтовой дорожки далеко дойти, но зато вставал утром где-то в 5 часов, ни транспорта нет, никто не мешает тебе, и главное, я не слышал, если на автобусе едешь на работу, и люди смотрят, а жил на набережной Иртыша рядом, вдоль Иртыша ехали, и дед там бегал постоянно по утрам, и тут злословили, о, старый, от инфаркта убегает. И я, чтобы такое не услышать, я бегал по 5 часов утра. Спокойно так, любой мороз, там и за 40 градусов был мороз. И я, как, естественно, пока туда бежишь, себя заставляешь. А назад уже хочешь, не хочешь, домой надо идти. И с таким удовольствием, о, я себя пересилил, эту слабость, что не хочу этого. И вот это меня уже приучило постоянно заниматься физзарядкой по утрам. И эту привычку я до сих пор, даже чаще сейчас делаю и утром, и вечером. С другом как-то поехали в Испанию, Райзе, и жили с ним в одном отеле, ну, в номере, естественно. И я с ним, живя рядом, все равно по утрам делал зарядку. И всегда, когда очень активно делаешь, и дух захватывает, громко дышу. И потом мне уже, когда мы назад поехали, мне Юра, мой друг, отвечает, ты думаешь, почему вот тот немец на нас все время улыбается? Он думает, что мы голубые. Да ты что, как так? Ну, ты же пыхтел, как паровоз, пыхтишь там. Все, паровоз. Компроматик, знаете. Да. Ну, то есть, получается, вы занимаетесь спортом, вы путешествуете. И, это спортом громко сказано. Ну, извините меня, некоторые... конечно, конечно. Значит, спорт, вы путешествуете, вы ходили на танцы много лет, и вот, как мне признался Андрей до начала программы, перестал ходить на танцы, он только лишь потому, что его партнерша уже не может больше двигаться в том ритме, что и раньше, да? Плюс к этому вы еще играете спектакль на сцене. Вот скажите, где вы берете энергию для такой своей активности? Нет, это внутренняя потребность чем-то заниматься. Но я радуюсь тому, что у меня есть занятия, Надя, и для меня интересно. Естественно, мне не интересуют никакие особые гулянки с алкоголем связанные или что. Я, ходя, идя на хор к Валере туда, и как-то раза два я был на общих посиделках, и я не могу спокойно сидеть, обязательно запою что-нибудь, и очень громко, и меня музыкант такой постольку-поскольку неграмотно пел. И руководитель хора еще он говорит, Андрей, ты можешь помолчать? Я сейчас не хочу уподобляться руководителю хора, но вот я очень хочу задать вопрос Яне. Да. Вот все-таки, когда мы говорим «человек в возрасте», вот на ваш взгляд, это какого возраста человек? Это невозможно определить. Вот вы показывали фотографии замечательные, там невозможно сказать, что человек в возрасте. Там живые глаза. Говорю, от чего это зависит, да? Зависит от образа мыслей, как человек мыслит, что он хочет. Если человек устал от жизни, он ничего не хочет, вот он сидит дома, поэтому у нее глаза потухают. И он не радуется жизни. И вот о таком, кстати, можно уже сразу сказать, человек в возрасте. Это может быть и в 40 человек, на самом деле, можно сказать о человеке так. Потому что он устал, от жизни устал, он ничего не хочет. А если человек активен, он постоянно себя пытается куда-то поднять, он и в 90 может быть абсолютно не в возрасте человек. Вот. Все зависит от мыслей. Я с вами абсолютно согласна. И сейчас мы с вами увидим человека в возрасте. Его зовут Гюнтер Крабенхёфт. И сегодня его знают по всему миру. Завсегдатай вечеринок, звезда социальных сетей, самый знаменитый немецкий дедушка-хипстер. Его график съемок и интервью расписан на многие месяцы вперед, но он нашел пару часов для того, чтобы рассказать о себе зрителям телеканала «Оствест». Для моих фанатов в Инстаграме. Ich bediene
Я очень активно веду Инстаграм, стараюсь выкладывать на своей странице много нового и интересного. Раньше я и не предполагал, что у меня будет 40 тысяч подписчиков. Это так много внимания ко мне со всего мира. Так неожиданно. Это меня действительно очень трогает. Я всегда двигаюсь. Мне нравится познавать мир. Я любопытен. Когда я гуляю по улицам нашего города или по улицам других городов, мне интересно все. Это желание узнавать все новое надо сохранять как можно дольше. Надо быть немножко ребенком, и это детское любопытство полезно иметь в любом возрасте. Эта черта помогает мне чувствовать и любить жизнь. Lebendig zu bleiben. Это что за части такие? Nein. Das wird wisch. Выглядит так, как будто их лепили с оригинала, скорее всего. Arbeitet wahrscheinlich. Also meine Freunde. Мои друзья, если, конечно, они действительно мои друзья, радуются за меня. И мои дети тоже рады, что их папа живет с удовольствием. Мои дети и внуки уже взрослые, а я не такой дедушка, который сидит дома и говорит: «Ну все, всех жду в воскресенье». Я уже вырастил своих детей, они живут своей жизнью, но и у меня еще есть мои мечты, есть энергия. Я хочу пожить. Energie und ich habe auch noch Träume und möchte die leben und dann trifft man sich und tauscht sich aus. И мы встречаемся с детьми, внуками, рассказываем друг другу, кто что делал, обмениваемся новостями, впечатлениями. Я веду активную жизнь, и дети рады за меня. Говорят: прекрасно, делай то, что тебе хочется, что приносит тебе пользу, радость и доставляет удовольствие. Вот так я живу. Jawohl, so geht's auch los. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn ich irgendwie. Конечно, это хорошо, что у меня есть возможность позволить себе чашечку кофе и где-то вот так посидеть. Речь не идет о больших деньгах, про которые все говорят: «О, посмотрите, богатство, элегантность, я хочу везде побывать». Нет, удовлетворение не связано с деньгами, а с тем, что и как ты делаешь, с тем, что у тебя внутри. Энергия и желание к жизни – это гораздо важнее денег. Was in mir drin ist an Energie und an Lust aufs Leben. Natürlich müsste ich eben halt, wie gesagt. Конечно, надо иметь небольшую сумму, чтобы хватало на суп, но это очень маленькие суммы. Самое важное — уметь радоваться малому. Маленькие радости не стоят много. Я ничего не могу с собой взять в другой мир, только мои воспоминания. И то не знает никто, понадобятся ли они мне там или нет. Никто не знает, как там на другой стороне жизни, поэтому надо жить здесь и сейчас и наслаждаться каждым моментом. Deshalb eigentlich nur leben und alles hier tun, was man tun kann. Я не жду жизни после смерти и живу здесь и сейчас. Надо интересоваться всем, а не говорить: «О, это я уже знаю, это я уже делал». Нет. Жизнь идет дальше, и каждый день происходит что-то новое. Я считаю, что финал жизни, когда действительно все заканчивается, это когда человек уходит с этой земли. Но до этого момента жизнь должна быть ключом. Надо жить на полную катушку. Алло, да... soll ja das Leben stattfinden, ja? Собственно, что и требовалось доказать, это ваш единомышленник, да, который утверждает, что радоваться жизни и быть постоянно в движении. Единственное, в отличие от вас, Гюнтер почему-то не любит говорить о возрасте. Он такой кокетка. Предполагаю, что он родился в 45-м году.
Но на самом деле, знающие люди говорят, что ему лет гораздо больше, чем, получается, 73-74. Угу, да. Да. Вот вы знаете, первая мысль, если вот так со стороны смотреть на Гюнтера, даже вот исходя из его нарядов, из того, как он сидит и пьет кофе, вот первая мысль, что просто у человека, ну, достаточно хорошо закрыты финансовые тылы. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос, насколько финансовая обеспеченность влияет на образ жизни в возрасте, скажем так? Не знаю, мне вот здесь, что у него интересно было... Он рад тому, что может себе позволить чашечку кофе. Угу. Меньшинский. Ну, да здесь любой человек может себе это позволить. Ну, я никогда не чувствую недостатка экономического. При этом, насколько я знаю, вы не зарабатывали миллионов. Вы работали в Казахстане водителем бензовоза. Прочим, секундочку, да. Я просто поясню для наших телезрителей. Да. Значит, вы работали водителем бензовоза. Да. Переехав в Германию, Андрей Яковлевич стал заниматься на стройке. Вы были маляром. Был на штукатура маляра. Так. Год работал. По травме потерял работу, поломал ногу на работе. И потом... 60 лет исполнилось, и я практически на фри-ренту перешел. На раннюю пенсию. Так вот я о том и говорю. Вы говорите, что здесь может себе это позволить каждый. Получается, у вас пенсия такая хорошая? Мне вполне достаточно. Например, я живу независимо от государства. У меня дешевая квартира, маленькая квартирка. Я еще чем доволен. Мало того, она маленькая, она еще и... Квартплата небольшая. Ага, вы просто довольствуетесь малым, можно так сказать. Да, и мне на все хватает. Я езжу с младшим сыном, который живет в семье, оба работают, и он, и жена. И тем не менее, чаще всего материально я больше плачу за нашу экскурсию в другой мир, чем он. У меня... А здесь нужно пояснить, что каждый год Андрей со своим сыном ездит в путешествие по Европе. В скольких странах вы уже побывали? Ой, боже мой, где, проще сказать, где я не был. Где вы не были? Что Южная Америка, что Северная Америка, что Канада, что всю Европу, и Австрия, и Италия. И в Африке они были. Ой, где я не был, и Польша, и в Риге, и в Москве с театром. Ну, все-таки, чтобы ездить в такие путешествия, нужны деньги. Вот я хочу вернуться к своему вопросу. Насколько активность в возрасте зависит от достатка? Не знаю, мне кажется, активность. Конечно, надо... Это само собой, но как охота, неохота дома сидеть. Охота... Я понимаю, российским пенсионерам тоже неохота сидеть дома, но они не могут себе этого позволить. Ну, надо просто уметь довольствоваться тем, что имеешь. Все-таки с некой суммой на счету быть счастливым пенсионером гораздо проще, чем без этой суммы. Давайте будем реалистами. Да. Вы знаете, хочу вернуться к нашим с вами рассуждениям про тот самый эйджизм. Да? Мы уже поговорили про то, что реклама очень часто навязывает образы. Еще, например, очень важный момент, когда не берут на работу человека только потому, что он в возрасте. Хотя, казалось бы, у него есть опыт, у него есть связи, у него есть свои наработки. Да? Но молодых предпочитают, так сказать, сотрудникам в возрасте. Или же, например, вот та, на мой взгляд, уничижительная характеристика, когда женщина рожает ребенка после 30 лет. Как ее называют? Старородящая. Старородящая. Хотя сейчас таких названий нет уже. Сейчас старородящие уже к 50 годам. В Европе? Не только, и в России тоже. Хорошо, вы знаете, сейчас поменялись рамки. Я хочу сейчас процитировать, вот буквально мне на днях попался в Фейсбуке комментарий моей приятельницы, она живет в России, ей под 40. И вот это просто был крик души. Она стала писать о том, что, она написала о том, что я стала обращать внимание на фразу 40-летняя, я цитирую просто дословно, как это было написано. Я стала обращать внимание на фразу 40-летняя баба. Тетка за 40, и меня от этого бомбит, так она выразилась, да? Это так же бестактно и неумно, как кричать вслед одноногому, что он инвалид. А человеку с синдромом Дауна, что он дебил. Как будто этот человек недостоин любви и уважения. Вот вы можете согласиться? Нет, конечно, безусловно. Никому неприятно слышать вслед такие слова. Но все, опять же, зависит от женщины, от самой, как она себя преподносит. Вы обо мне скажете, 40-летняя баба, когда-нибудь? Я ни про кого бабу не скажу. Ну, в принципе, да. Хотя некоторые именно женщины, они просто доводят себя до такого состояния.
То есть дело не сами. В возрасте, а в том, ухоженная женщина или нет? Нет, даже не, жизни, даже не в ухоженности, а в образе жизни. Все в образе жизни. А образ жизни — это питание, спорт, что вы имеете в виду? Безусловно, и питание, и спорт, и что как ты сама себя ведешь. Если женщина, извините, запустившаяся полностью, я не заставляю каждую женщину заниматься спортом. У каждого свое здоровье, у каждой свои возможности. Но женщина, которая себя запускает, ну, допустим, пьющие те же женщины, невозможно, которые, да, матерящиеся безбожно, там, невозможно просто. Вот о таких можно сказать 40-летняя баба. Ну, потому что они сами напрашиваются на такие названия. Но, в общем, я бы никогда в жизни не назвала бы. Хочу все-таки продолжить вот этот самый пост, прочитанный мною в Фейсбуке. Как раз вот моя приятельница пишет. Читаю комментарии про то, как кто-то влюбился в 20-летнюю красотку, у которой пятая точка, упругая грудь. И понимаю, что это потребительское отношение к женщине. Безусловно. Как только она переступит определенный порог, то станет неинтересным мужчинам. Да? Вот хочу задать вам личный вопрос. Вы до программы мне сказали, что у вас нет совершенно никаких тайн, вы не скрываете свой возраст, вы не скрываете своего семейного положения. Вы в разводе, у вас двое детей, вам 45. Да. Вот насколько велики шансы в таком возрасте устроить свою личную жизнь? Очень большие. Поясните. И чем взрослее дети, тем проще устроить свою личную жизнь в дальнейшем. Потому что ты перестаешь, когда твои дети вырастают, ты становишься более свободен. У тебя больше времени появляется на себя, у тебя больше времени появляется посещать какие-то мероприятия. И устроить личную жизнь даже в 70 и в 80 возможно. Вы знаете, у меня есть другой пример. На моих глазах очень много просто происходит таких встреч. И поскольку я дискотеки веду для таких пожилых людей, я очень много вижу. Здесь у меня есть тоже пример. Моя подруга, ей 45, и у нее не совсем складывается с личной жизнью. Так вот, она уже решилась на то, чтобы познакомиться с кем-то на сайте знакомств. Mm-hmm. Так вот, она выставила свой реальный возраст. Ей не пишет фактически никто. И сейчас она думает о том, чтобы скостить этот возраст, и вот у нее прям такая дилемма. Либо обмануть, либо никого не обманывать, но при этом вот так и дальше быть одной. Ну, я бы сказала, что сайты знакомств – это вообще сомнительные знакомства. Ну, по крайней мере, для меня. Я человек более консервативный, видимо, в этом отношении. Вот, не столь свободен. Я бы никогда в жизни не сделала бы такие объявления. Мне это не надо. Я не хочу таких вещей. Мне проще знакомиться вот так. Я когда вижу человека перед собой, заглянув его в глаза, я могу понять больше, чем я через какие-то объявления буду читать, сколько мне лет, какие там у меня параметры. Это неинтересно. Хорошо, когда вы знакомитесь с мужчинами и заходит речь о возрасте, вы честно говорите, сколько вам лет? Да. Это отпугивает мужчин? Нет. Нет. Хорошо. Конечно, если я знакомлюсь с каким-нибудь, извините, мальчиком 24-25 лет, ну, мне приходится иметь дело с родителями, вот, и иногда даже папа вот этих детей меня спрашивает: простите, а сколько вам лет, что вы вот так вот скачете с детьми вместе? Я говорю, я плохо так выгляжу? Он говорит, нет, просто интересно. И когда я говорю свой возраст, мне 45. Они обалдевают, говорят, такого не может быть. Вот раз уж мы заговорили на такую щекотливую тему, Андрей, у меня вопрос к вам. Вот этот вопрос очень часто интересует молодых людей. А есть ли любовь и, так сказать, интимные отношения у тех, кому за? И особенно поначалу это было, когда ушел я от жены. У нас последний... А сколько вам было лет, когда вы ушли? Мне 61 год. Так. Сейчас я уже 18 лет живу один. А первые годы, что, когда я ушел, у меня было желание, да, мне нужна сексуальная жизнь. Но почему-то очень быстро, после 2-3 суток близких отношений, теряешь интерес. И моя жена всегда лучше казалась, чем те, которые были у меня в настоящее время. И потом со временем я перестал, мне это уже не стало больше интересно. Все равно я и детям своим сказал, что лучше мамы я не нашел, а с мамой тоже жить не хочу. Господи, если нас сейчас смотрит ваша супруга, с которой вы уже не живете столько лет, наверное, это повод для гордости, когда муж говорит такие слова. Ну, знаете, она говорила, ты без меня пропадешь. А потом, когда уже лет пять прошло, она вдруг мне звонит. И, Андрей, ну мы же не должны быть врагами. Почему?
А я боюсь с ней встречаться. Почему? Я чувствую себя лучше устроенной, чем она. Она русский человек, у нее немецким языком особых таких близких отношений нет. И она по натуре не такой, так быстро сходится с людьми, с посторонними. Mm. И поэтому она не может, я больше чем уверен, быть такой счастливой, как я. Ну, то есть, хорошо. Что и требовалось доказать? Вы говорите про то, что чем старше человек, тем ему проще устроить личную жизнь. И вы подтвердили, что, в общем-то, в возрасте, если он хочет, проблем нет. Вот у вас есть совершенно замечательный опыт. Вы возглавляете организацию, где как раз встречаются пожилые люди. И я уверена, что на ваших глазах развернулось очень много романтических историй. Да, очень много. Порой просто вот невероятные. Одна из таких встреч была, у нас был мужчина, он и не был, он и есть, он посещает до сих пор наше мероприятие. Он по виду армянин, по-моему. Вот. И вошла женщина на танцы. Она совершенно случайно зашла, сказала, я услышала, я захотела к вам посмотреть, что тут такое. Хотя она частая посетительница других дискотек. Вот мы сейчас как раз проиллюстрируем кадрами, как проходят вот те самые вечера танцев. Да. Вот. И она, когда вошла, а как солнышко ясное для него, я так поняла, они вот встретились глазами, и любовь так они остались по сих пор. Да, 2 года вот они ходят на эти дискотеки, 2 года они вместе, все прекрасно. Вот вы знаете, даже сейчас на кадрах мы увидели, что большинство голов седые. Да, потому что там люди уже, ну, как правило, пенсионного возраста, рабочего, такого рабочего возраста, там нет людей. Там люди, вот, которые уже на пенсии, они отдыхают. А уже. Какой возрастной ценз? Кто к вам приходит? Что это за люди? Люди абсолютно разные. У меня, конечно, есть и 50-летние люди, но они просто вот для интереса, чтобы чем-то себя помимо работы, потому что работа – это работа, семья – это семья, им хочется еще что-то, какое-то хобби всегда иметь. Mm-hmm. Вот. Они занимаются либо в хоре, либо вязальные курсы, либо там есть литературный кружок, есть тренировка памяти кружок, ну, различные совершенно. Вот. А основной контингент, конечно, это вот люди за 65. Люди абсолютно свободные, и они приходят и с мужьями, со своими. Не только отдельно муж или жена по каким-то разным углам ходят. Нет, они вместе приходят, они получают от этого удовольствие. Они не хотят сидеть дома, им это не надо. Они и так с утра могут до ночи сидеть дома. Они себе находят такое подобное занятие. Ну, скажите, это все пенсионеры, да? Это люди в возрасте. Да. Наверняка же у вас возникают какие-то доверительные разговоры. Вот какими они с вами делятся, может быть, проблемами, переживаниями? Переживаниями, допустим, друг о друге. Вот у меня муж или у меня там жена заболела. Ой, как хочется, чтобы вот под ней... Просто переживания друг о друге. Бывают абсолютно... Очень там интриги аж плетутся. Это целые сериалы у нас. Санта-Барбары бывают на наших курсах. Рассказывают такие истории невероятные. Например? Вот. А вот он позвонил моей подружке, а они начали разговаривать, а смеяться, а она ревнует. Там целая Санта-Барбара. Иногда со стороны, конечно, это смешно, но с другой стороны... Ты понимаешь, что человек переживает за своего партнера, он как-то вот участвует в то его жизни. То есть переживания это точно такие же, как у молодых. Я абсолютно, вот почему. Абсолютно. Эти люди, они молоды душой все. Они в любом случае, да, у них вроде пожилое тело, да, они не столь здоровые, они не так могут бегать, прыгать, двигаться, но они душой, они абсолютно остаются как молодые люди, абсолютно. Я знаю, что в ваших группах, что в спортивных, что в танцевальных, что в хоровых, да, вот, кстати, Андрей тоже активно поет в хоре. Есть люди разных национальностей. Да. Да? Вот кто у вас? У нас есть русские, ну, начну сразу с русских. У нас есть украинцы, у нас есть, ну, с Казахстана это русские немцы, скажем так. Европейцы? Европейцы у меня есть, да. У нас и Володя Келли, и Сабина, они у нас чистые немцы. Так. Ну, восточные немцы. Потому что у нас хор, он подразумевает все-таки народные песни. Не русские, а и немецкие народные. И они, восточники, они больше любят петь, нежели чем западные. А вот у людей разных национальностей, вот по вашим наблюдениям, разные отношения к возрасту? Я думаю, что да, разные. У европейцев они... Дело в том, что у них другие заботы.
У них менталитет другой, ментальность. В чем это выражается? Дело в том, что, вот, допустим, выражается вот даже по семейным обстоятельствам, я имею в виду. Допустим, у женщины есть дети. Она о них заботится до пенсионного возраста, до их пенсионного возраста. Она за них переживает, она им помогает и финансово, и физически, и как-то и морально, с внуками помогает. У немцев это немножко вливается абсолютно другое. Они до 18 лет, как правило, до 18 лет растят своего ребенка, либо плюс еще дают высшее образование, и все, говорят, спасибо, до свидания. Вот, мы тебя вырастили, бери квартиру, и теперь ты свободен. Это твоя жизнь. То есть главный фактор – это такая вот наша постсоветская жертвенность, да? Да, 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 именно жертвенность, так, да. Интересно. И поэтому русские люди, они менее свободны. Они постоянно заняты, у них постоянно есть какие-то заботы. А немцы, они более свободны в этом отношении. Они вырастили детей, все. И у них полная свобода для их личных интересов, для каких-то... Конечно, они созваниваются с детьми, безусловно, они встречаются. У них есть какие-то праздники, где они собираются всей семьей. Но вот такой постоянной жертвенности нету. А все-таки, если говорить, в принципе, отношение к возрасту, вот на ваш взгляд, в Германии оно... Иное, я сейчас не имею в виду вот я тех поняла, ваших да. клиентов, личных. Так сказать, тех ваших да. мужчин и женщин, которые приходят на танцы и поют в хоре, а в принципе вот в стране. Вы все-таки живете здесь уже 10 лет. Ну да, но в принципе это все индивидуально, но я считаю, здесь к возрасту относится немножко проще, нежели чем в России. В России все-таки там общество более консервативное по отношению к возрасту. Вот я знаю, допустим, проблему сейчас вот эту пенсионной реформы новой в России, и как люди к этому относятся, я вот со стороны на это наблюдаю, отсюда уже со стороны, и думаю, боже, да почему же вы так относитесь к этому всему? Это нормально, потому что люди молодеют с каждым годом. Там немножко консервативное в этом отношении. Вот молодеют, здесь, вы имеете в виду продолжительность жизни? Да, продолжительность жизни и сил. И просто жизнь легче сейчас, нежели чем людей, как Андрей, да, допустим, которые прожили войну или послевоенное время. Там было тяжелее намного жизнь, сейчас проще жизнь все равно. Вот. И, ну, здесь к возрасту проще относятся, легче. Очень интересно, что вы затронули тему продолжительности жизни, потому что, мне кажется, это ведь тоже фактор, который, ну, скажем так, вынуждает нас в хорошем смысле оставаться молодыми, да? Вот да. Просто приведу данные, что... По данным экспертов, с 1900 года продолжительность жизни в мире увеличилась более чем в два раза. И в среднем в мире она приближается к 70 годам. И как раз первенство в рейтинге принадлежит Гонконгу. Там люди в среднем живут 83 года. Специалисты отмечают, что добиться таких результатов страна смогла благодаря кантонской кухне, в которой преобладают морепродукты, а также гимнастике тай-чи, которой, как мы знаем, занимается каждый, да, начиная с малолетства. Второе место занимает Япония. Секрет ее долгожителей кроется в ежедневном употреблении морских водорослей, в которых содержатся все необходимые для организма микро- и макроэлементы. В Европе же по продолжительности жизни лидируют Испания и Италия. Там в среднем люди живут до 83,5 лет. В Германии чуть меньше, 81 год. В России же средняя продолжительность жизни 72 года. Да. Да, если мы посмотрим, да, еще 100 лет назад, хорошо, если люди доживали до 40 лет. Да, да. В 40 лет это уже глубокие старики были, знаете, допустим, в России когда-то. Я говорю, этот возраст заметили, мне, я говорю, отец, он много сидел в тюрьме, мало видел, когда вышел, уже больше к дочкам своим обращался. Но он мне когда-то сказал, когда ему было 63 года, он сказал, ты никогда до моего возраста не доживешь. Они, баптисты, особенно сейчас, конечно, у них... изменилось отношение. Они считали, что земля 2000 лет стоять не будет. А отец мой 895 года рождения, и поэтому он в то время уже считал, что он уже на краю возможного живет. И ты, сынок, ты до моего возраста никогда не доживешь, так он сказал. Вот видите, как меняется отношение, да? Я даже помню, например, своих родителей. У меня мама вышла замуж, когда ей было 24 года, папа, когда было 27. И вот раньше, когда я была подростком, я думала, боже мой, как поздно. Да. Потом, когда мне самой стало за 30, мне кажется, даже и рановато, наверное. Да-да-да. Вот в самом заключении нашей программы хочу задать вам несколько вопросов. Короткие вопросы, короткие ответы. Начнем с вас. Вам сейчас 79 лет. 79 лет. Вот с высоты своего возраста сегодняшнего, что бы вы сказали себе 20-летнему? 20-летний, что бы я себе сказал?
не торопись жить, еще жизнь длинная, и не делай, поменьше делай ошибок. Ян, задам вопрос от вам. Хоть у вас и разница в возрасте значительная, но все-таки вспомните себя 20-летнюю, что вы себе сказали. Я бы себе сказала, побольше учись. Вот, потому что я игнорировала очень часто свою учебу, хотя и высшее образование получила, и все. Но, тем не менее, я обратилась именно в сторону учебы больше. Можете ли вы назвать лучшие годы своей жизни? Лучшие годы я сейчас живу после того, после разрыва с женой. О такой жизни я никогда не думал, не мечтал. Никаких проблем нету. И жизнь хороша, и жить хорошо. Почувствовали вкус свободы, так да, сказать. Да, спасибо за откровенность. Ян, вам 45. Какие были лучшие, может быть, есть лучшие годы вашей жизни? Ой, у меня лучшие годы. У меня почему-то очень твердо 15-16 лет. Ну, это просто возраст такой подростковый. Я по походам ходила. Это пионерские годы такие. Пионерские лагеря были. Это просто очень яркие впечатления, на самом деле. А так я вот прям не могу выделить. У меня каждый период жизни был что-то очень светлое. Светлое и очень интересное. Последний вопрос. Вот мы начали программу с того, что вы сказали, что вы чувствуете себя молодым. Да, я чувствую себя. Вопрос обоим нашим гостям. Вы боитесь старости? Абсолютно нет. Никакого, да, ну, несерьезный вопрос. Для меня он абсолютно не пугает. Мне единственное, что бы не хотелось, болеть. Чтобы, если уже умирать, то быстрее. А так, старости абсолютно, я думаю, она и не придет ко мне. Это удивительно, это просто феноменально. Человек, которому 79 лет, говорит про то, что я старости не боюсь, и она ко мне не придет. Можно вот аплодировать, честно, спасибо. Ян, этот же вопрос вам. Ой, мне сложно на это ответить, конечно, но у меня нет страха перед старостью. Конечно, не хочется терять как женщине свою внешность, да, хочется в молодом состоянии, это нормально для женщин, для всех оставаться в красивом состоянии, в более молодом. Немецкая индустрия все-таки здесь, в помощь, мы уже с вами поговорили. Вот, но не знаю, я не думала об этом никогда, я каждый возраст воспринимаю свой с другим интересом, у меня появляются с каждым возрастом свои интересы, и я думаю, что и к старости, когда я приду к этому, у меня не будет никакого страха. А какой это для вас? У вас есть какой-то порог, когда вы к этому придете? Нет, никакого порога нету. Отлично, большое спасибо вам за откровенность, за позитив, я желаю вам долголетия. Спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Страна и люди», спасибо, что были с нами, увидимся ровно через неделю.